Внимание! Данное шоу содержит грубые фразы, плохую озвучку, вспышки, насилие, а также депрессивных тинейджеров с заниженной самооценкой. Эй, Люк, что делаешь? Да, просто чилю, не более. Хочешь зайти ко мне, я подниму тебе настрой? Может. Ты носишь мои любимые леггинсы? Ну почему бы тебе не прийти? Люк! Хватит использовать коммуникатор для того, чтобы мутить с эмо-чиксами. Чувак, это хуже, чем когда мне пришлось продавать эмо-5 на eBay, чтобы оплатить Штароса за секс по телефону. Тусовочная армия, мы почти прибыли! Подготовить все, что надо. Я пойду под нашим флагом тусовки. Арр, мой гиперзвуковой синтезатор промоет эти моря мозги, используя новые качающие звуковые волны. Яр, а потом я возьму эти ядерные светящиеся палки, чтобы засунуть им их в жопу. А, да, спасибо, что пришел, Люк. Дети, вы слышали о новой теме? Она называется «Новый движ». Это как старый движ, только новый, и он такой классный. Вам не надо больше одеваться в темное как эмо и выглядеть как чмо. Вы будете выглядеть как чмо в ярких шмотках. Воу, это так классно! Это выглядит как работа пиратов-тусовщик. Дети, не забывайте, что если вы придете на наш движ, то получите движ CD в подарок. Да, движ! Обратно в студию. Я предупрежу рейнджеров. А я пойду туда. Кто-либо любит здесь хардкор? Люк, либо я слишком дохера въебал кислоты, либо я и вправду вижу 50-футовый робот крушит улицы. Иди туда! Рейнджер Хаусного Иракеза! Рейнджер Вытирающие Слезы! Рейнджер Разбитого Сердца! Рейнджер Интерспектив! Зожный Эмо Рейнджер! Фэшн Кор! Сиськи! Становится грустно. Эмо Рейнджеры готовы действовать. Эмо Файтбот активирован. Окей, пираты, настало время разъебывать все. Арр, мы только что взорвали магазин. Шикарно.
проучим этих тусовщиков, чтобы они съебались. А, новый рейв такой не фэшн, да. Пушка светящихся палок, пали! Ой, что ты из себя возомнила? Отсоси ты мои яйца! Твою ж мать! Усилить мощь! Самое время для эмо-кора! Активирую эмо-силу! Время тебя выпрямить! И мораль истории в том, что это еще одна эпичная победа. О, да! Люк, молодец, еще одно успешное задание. Итак, я добавил сексных чикс на MySpace, и я думал, может, мы закупим певца и позовем их к себе, посмотрим, что выйдет. Одна из них очень раскрепощенная. Hello, kiddies. If you don't want to spend all your money on drugs, you could spend it on some brand new Emo Rangers merchandise. You could get yourself a funky little t-shirt, some cool little shoes, or you could even buy an Emo Rangers skateboard. You'll be the trendiest kid on the scene. Look at you. We'll be adding new merchandise with the release of every episode. So keep your eyes glued to www.emorangers.com. Yeah, cheers, bye.